Ветераны не стареют не только душой, но и как административный ресурс тоже, в том числе и на них, и их возможности надеется область при проведении мероприятий, посвященных победному юбилею. 80 лет назад была освобождена Орловская область. Отмечать будем активно, насколько позволит современная военно-политическая обстановка. Планируется более 300 мероприятий разного рода. Кстати, какие-то мероприятия, посвященные освобождению от фашистов, уже состоялись. Вообще же в них задействованы не только органы власти, учреждения культуры и образования, но и общественники, от поисковиков до ветеранов. Что именно ветеранам предстоит сделать, уточнили на очередном пленуме Совета областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Пленум прошел в администрации региона. В его работе приняли участие еще и, например, члены Союза офицеров города Орла, Союза ветеранов журналистики и волонтеры. Это не просто круглая дата. Это символ. Это наше знамя, вокруг которого объединяется сегодня все наше общество, потому что в основе идеологии этого праздника символ победы и неприходящие идеи патриотизма.